Товарищи, я прошу проходить в кабинет товарища Дзержинского. Только что звонили из ВСНХ. Феликс Эдмундович закончил совещание и скоро будет здесь. А вот и господа будущие министры монархического правительства. Якушев и Потапов. Здравствуйте, товарищи. Товарищ Артузов, я слышал, что Феликс Эдмундович был тяжело болен. Да, неделю врачи продержали в постели. Сердце пошаливает. Каторга расшатала здоровье. Без разрешения врачей приехал на работу. С утра уже проводит большое совещание в СНХ. Не жалеет он себя. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Прошу извинить за опоздание, задержали неотложные дела. Николай Михайлович, Александр Александрович, очень рад вас видеть. Вы уже стали заправскими разведчиками, у нас очень сложное дело, и мы снова нуждаемся в помощи Треста. Прошу садиться, товарищ. Вы знаете, что в августе 24 года нами арестован в Минске ярый враг советской власти, террорист и убийца Борис Савенков. Я предполагаю, что скоро на нашем горизонте появится другой, еще более опасный враг. Это крупный разведчик, интеллигенс-сервис Джордж Сидней Рейли. Железный, как он себя называет. Еще в 18 году он был заочно приговорен революционным трибуналом к смертной казни, расстрелу за участие в заговоре Локарта и Гренара. Этот заговор имел целью убийство Ленина и других членов советского правительства. Вот ко мне попало письмо этого господина, послушайте. О свержении советской власти он пишет следующее. «Это дело для меня есть самое важное дело в жизни, я готов служить ему всем, чем только могу». Вот. Савенков был правой рукой Рейли и действовал по его прямому заданию. После его провала Рейли ничего не остается, как только самому попытать счастье в русских делах. Я убежден, этот злодей, пока жив, не оставит в покое советский народ. Мы решили поймать Рейли. Товарищ Артузов, изложите план операции. Цель операции – предупредить враждебные действия Рейли против нашей страны. Необходимо заманить его в Россию и здесь арестовать. Приманкой будет Трест. Для этого в Европу под фамилией Красноштановой выйдут Захарченко и Раткевич. Их задача – заинтересовать Рейли деятельностью Треста. В эмиграции их хорошо знают. И никому не придет в голову мысль, что эмиссары Кутепова выполняют поручение ОГПУ. А наши супруги будут уверены, что готовит контрреволюционный переворот. Александр Александрович, вы поручите Захарченко от имени Треста связаться с начальником второго отдела финского штаба Мальбергом и проживающим в Хельсинки агентом английской разведки, бывшим морским офицером Бунаковым. Бунаков лично знаком с Рейли. Хорошо. Учтите, что родной брат Бунакова живет в Москве. Это очень важно. Мы думаем, что Рейли откликнется на призыв Треста. Два дня назад Мария Владиславовна получила от вас шифровку, и вот уже я около вас в Хельсинки. Вот что такое наш Трест. Да. Что будем заказывать? Не беспокойтесь, все заказано. Я ваш вкус уже знаю, мы ведь с вами совершаем не первый вояж за границу. Я тронут вашим вниманием.
Мария Владиславовна за вас. Благодарю. Александр Александрович, почему финны сумели справиться с красными? Почему шведский барон свернул голову финской гидре революции? А наши, Деникин, Врангель, не смогли. Как вы думаете, Александр Александрович? А вы как думаете? Потому что поздно начали вешать. А как узнать, когда поздно и когда рано? Вешать надо было с самого начала. Теперь уж не пропустим. Я верю в Александра Павловича Кутепова. Конечно. Нужна сильная рука. Правда ли, что вы расстреливали из пулемета пленных красноармейцев? Приходилось. А что? Зачем же делать это своими руками? Любой фельдфебель мог это сделать не хуже. Потом, я не сентиментален, но стрелять в безоружных, пленных русских людей... А куда же их девать? Не таскать же с собой? Представьте, завтра наше дело удается. Что вы будете делать? Ведь таких будут сотни тысяч. Амнистия? Чепуха. А вы жестокая. Жестокая, хотя и красивая. Я почему-то представлял вас в открытом платье, на балу, а не в этом обличье. Учительницы или офицерской вдовы. А вы шармер, дамский угодник. Впрочем, у вас министерская голова. И за это я вам прощаю даже комплимент. И еще за то, что когда вы говорите о будущем государстве, у вас такое лицо. Какое? Просветленное. Да ведь это будущее России. Той России, которую мы с вами знали, потеряли, и, я верю, вернем. Да, ценой крови, большой крови. Мария, бедная Мария, краса черкесских дочерей, не знаешь ты, какого змея ласкаешь на груди своей? Что? Кто с вами? Нас подслушивает вон тот господин. Всюду нужна конспирация. Всюду слежка. Время идти. Бунаков нас ждет в час дня. Пошли. Прошу, господа, проходите. Можете говорить свободно, в квартире никого нет. Как добрались, Александр Александрович? Благодарю, благополучно. Окно под Сестрорецком действует надежно. Разумеется, немного поволновался. Вы советовали нам связаться с англичанами. Как это сделать? Могу вам пообещать приезд кого-нибудь из англичан для рекогносцировки. Кого именно? Приедет Железный. По слухам, он занимается коммерцией, и очень удачно. Какой смысл Железному приниматься за старое? Вы думаете, что он может бросить то, чему отдал лучшие годы своей жизни? Тогда вы не знаете этого человека. Могу вам сказать, что советы никогда не имели более опасного врага. Дай-то Бог. Для него это вопрос чести, особенно после провала Савенкова. Да-да. Он так в него верил. Да. Когда мы можем рассчитывать на встречу с ним? Точно неизвестно, но думаю, где-то в августе. Господа, в Москве живет мой брат Борис Николаевич.
Нельзя ли передать ему от меня привет? Можно. А почему бы вам его и не повидать? Уж не прикажете ли вы мне ехать в Москву прямо в объятия ГПУ? Зачем вам ехать в Москву? Он может приехать к вам в Хельсинки. Это возможно. То ли мы еще проделывали, дорогой мой. Доставим вам вашего брата целым и невредимым. Я буду вам бесконечно признателен, Александр Александрович. Мы вас ждем в Хельсинки в августе. Артузов слушает. Здравствуйте, Артур Христианович. Говорит Якушев. А, здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте. Очень рад. С приездом вас. Благодарю вас. Мы с вами увидимся завтра. А пока найдите и посмотрите вечернюю Москву на четвертой полосе. Дерзкое ограбление отделения Госбанка. Это ваши подшефные. Примите меры, Александр Александрович. Правда, один из них арестован, но другой скрылся. Понимаю. До свидания, Артур Александрович. Всего доброго, Александр Александрович. Всего доброго. Читали, Ставниц? Эту скотину готовили на другое дело. Мы не предполагали. Кто это мы? Штаб Эмоцер ничего не знал. Я чувствовал, что вы без меня тут наломаете дров. Знаете ли вы, что поставлена под удар вся организация? Милиция, угрозы, ГПУ, все на ногах. Где этот сукин сын? Здесь. В подвале? Не нашли другого места. Позвать. Есть. Эй, выходи. А, это ты, бандит. Полегче, барин. Молчать! Это ты в антоновских бандах мог своевольничать. Мы строим новое царство чистыми руками. А ты что сделал? Кто тебя научил? Мария Владиславовна перед отъездом. И вот они, господин Ставниц. Врешь! Мы тебя готовили на террористический акт. Думал, спасибо скажете. Вы все денег ищете, а они под носом. Все было как надо. Я деньги спокойно взял. Наставил на кассиршу шпалер, схватил три пачки и к дверям. Слышу выстрел, другой. Что такое? Я ведь приказал Родьке, не стреляй. А что получилось? Выбегает какая-то баба и как зарет, караул, банк грабит. Из-за угла милиционер. Родька в него стрельнул, а он в Родьку. Родька не живой лежит. Я стрельнул в Мельтона и убег, а Родька дурак. Теперь, небось, потрошат в мертвецкой. Ты и дурак. Не убит твой Родька. Легко ранен. Врешь, барин. В газете сказано убит. Ошибка в газете. Как миленький сидит в Гнезняковском. Все разболтает. И гулять тебе на свободе осталось 2 дня, а то и меньше. Родные. Родные. Ведь это Стенка. Барин, ваше превосходительство. Спаси, барин! Этот Родька про эмоцию знал? Не. Убирайся в подвал.
Спасибо. Что-нибудь придумаем. Спасибо, ваше благородие. Спасибо. С кем вы связываете? Стауниц. Нашли кого готовить? Эта стерва Захарченко вертит вами как хочет. Она заварила кашу и уехала. А мы с вами рискуем головой. Все. Отныне ни одна ваша акция не будет проведена без ведома штаба и лично Потапова. Слушаюсь, Александр Александрович. Что вы намерены делать с этим вашим террористом? Сегодня же ночью отправлю в Батум. Оттуда его переправят в Турцию. Пусть за этим проследит Зубов. Есть, Александр Александрович. Александр Александрович, вы всесильный человек. Приезжайте в Хельсинки, как в Малаховку. Благодаря вам я встретился с братом. Не стоит благодарности. Но ведь для вас у меня есть интересное сообщение. Буквально с минуты на минуту здесь будет Рейли Железный. Сегодня утром он прибыл в Хельсинки. Он был в Париже? Да. И встретился с Кутеповым. Угу. Но, по-моему, они не произвели впечатления друг на друга. Рейли разочаровался в белой эмиграции, и очень важно, чтобы деятельность Треста произвела на него впечатление. Мы делаем все от нас зависящее. Трест сейчас переживает финансовые затруднения, и мы ждем от Рейли помощи. Я уже рассказывал ему о встрече с братом. Он был приятно удивлен. Прошу прощения, Александр Александрович. Это, вероятно, он. Разрешите представить вам одного из руководителей МОЦР, Александра Александровича Якушева. Очень приятно. А мне знакомо ваше лицо. Если помните, мы встречались с вами у Милочки Юрьевой в Петербурге в 17-м. Как же, помню. Это была прелестная девочка. К сожалению, я не могу сейчас ехать в Россию. У меня есть важные дела в Европе. Так что я приеду через 2-3 месяца, чтобы познакомиться с Трестом. Обидно. Проделав путь из Америки почти до Выборга, остановиться у порога... Я должен 30-го уехать на пароходе в Штеттин. До 30-го в Москве ничего не успеешь сделать, а задерживаться я не могу. Да. Ну, если встает вопрос о сроке, то я берусь организовать поездку в Москву таким образом, что вы все успеете. Сегодня 25 сентября. 26-го вы будете в Ленинграде. С вечерним поездом выедете в Москву. Целого дня вам будет достаточно для знакомства с политическим советом Треста. На следующий день вы снова будете в Ленинграде, а в ночь на 29-е через окно возвратитесь в Хельсинки. А что? Заманчиво. Вы меня убедили. Хорошо. Я еду с вами. Это лихо, господа. Только Рейли может позволить себе такое. Давайте поговорим о деталях поездки. В России ваш костюм обратит на себя внимание. Пальто мы возьмем у Роткевича, а кепку и высокие сапоги надо купить. Сегодня ночью мы отправимся к границе. Окно проверено неоднократно. Никаких случайностей быть не может. В Парголово мы сядем в поезд. В вагоне наш человек вручит вам документы. Вот. В Тресте будут счастливы приезду Рейли. Мне нужно написать несколько слов жене. Дорогая Пипита, я уезжаю сегодня вечером и возвращусь во вторник утром. Никакого риска.
Если случайно буду арестован в России, это будет не более как по незначительному обвинению. Мои новые друзья настолько могущественны, что добьются моего освобождения. Не так ли, Александр Александрович? Арест совершенно исключается. Я гарантирую вам, если не вполне комфортабельное, то вполне безопасное путешествие. Отлично. Господин Бунаков, вас не затруднит отправить это письмецо моей жене? Господа члены политического совета. Теперь разрешите предоставить слово нашему дорогому гостю, господину Рейли. Благодарю вас, господа. Мне очень приятно познакомиться с вами. Я очень рад, что среди членов политического совета имеются такие выдающиеся деятели, как господин Якушев, генерал Потапов. Очень хорошо, что здесь присутствуют крупные командиры Красной Армии, господа Зубов и Лонговой, представитель рабочих, депутат Московского совета господин Старов, который так тепло встретил меня в Ленинграде. Приятно видеть здесь только что прибывшего из Парижа господина Мукалова, соратника генерала Врангеля. Я верю, что с такими людьми мы свергнем советскую власть. Я готов всемерно помогать Тресту. Видимо, мне еще не раз придется приехать в Россию. Теперь о финансовых затруднениях, о которых здесь говорили. Господа, денег от какого-либо правительства вы не получите. Вот это... У каждого теперь горит свой дом. Черчилль, так же, как и я, верит в скорое свержение советской власти, но средств дать не может. Главное для него теперь тушить пожар в собственном доме. Деньги надо искать внутри. У меня есть план. Грубый, но реальный. Например. В России есть громадные художественные ценности. Я имею в виду картины знаменитых мастеров, афорты, гравюры, камеи. Изъять их из музеев не представит больших трудностей, но это сумма в несколько сот тысяч фунтов. За границей такие ценности имеют неограниченный сбыт. Правда, то, что выставлено в залах музеев, трудно выкрасть. Но ведь и в кладовых в упакованном виде сохраняются величайшие шедевры. Надо организовать их отправку за границу. Я сам, без перекупщиков, могу организовать сбыт. Таким образом, можно получить очень крупные суммы. Но это скомпрометирует нашу организацию. Совершенно верно. Мы не музейные воры. Вот. Генерал Потапов, видимо, слишком щепетилен. Для денег, господин генерал, можно пожертвовать репутацией. Должен вам сказать, что такое дело, я говорю о перевороте, не сделаешь, если будешь соблюдать правила морали. Возьмем, например, террор. Савенков как-то говорил мне, что один террорист не решился бросить бомбу в коляску сановника, потому что в ней были дети. Если вы, господа, будете руководствоваться такими принципами в борьбе с советами, вы ничего не достигнете. Другой способ добыть деньги.
сотрудничество с английской разведкой. То есть? Необходимо показать этим господам из Intelligence Service, чего вы стоите. Их интересуют прежде всего сведения о Коминтерне. Трест должен проникнуть в Коминтерн. Это трудно. 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 Но при желании все возможно. Если нельзя добыть настоящие материалы Коминтерна, надо их создать. Каким образом? К сожалению, господа, я не имею больше времени. С вечерним поездом мне необходимо выехать в Ленинград. Я надеюсь, что мы еще увидимся с вами. Благодарю вас за внимание. До свидания, господа. До свидания. До свидания. Совещание окончено, господа. Прошу расходиться по одному, соблюдая конспирацию. Господин Рейли, у соседней дачи вас ждет машина. Благодарю. Сопровождать вас будет Старов и Зубов. До свидания, господа. Всего доброго. Введите арестованного. Слушаю, товарищ Пеляв. Садитесь, Рейли. Итак, Рейли Сидни, 1874 года рождения. Британский подданный, образование университетское, партийность активный консерватор. Судился в 1918 году по делу Локарта заочно. Все правильно? Да. Вы очень молоды, господин следователь. Сколько вам лет? 31, но пусть это вас не смущает. Я брал Савенкова в Минске и вел следствие по его делу. Савенков не умел разбираться в людях и был слишком самоуверен. Но как я, Джордж Сидней Рейли, мог попасть в руки ГПУ? Да, ваш трест оказался поразительно ловкой мистификацией. Intelligence Service, первая разведка в мире, поверила в него. Скажите, там, в Малаховке, это все были чекисты? Нет, отчего же. Мукалов настоящий контрреволюционер. Поразительно. Дзержинского можно поздравить. Он воспитал отличные кадры. Этот Старов... Подлинный артист. Я передам товарищу Старову ваш отзыв. А теперь перейдем к делу. В разговоре с Якушем вы обмолвились, что вам известны агенты английской разведки в советских учреждениях. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом? Этого вам от меня не добиться. Неужели вы полагаете, что английское правительство оставит меня здесь в беде? Я убежден, что скоро снова буду в Англии, и мне незачем портить свою репутацию. В таком случае разрешите ознакомить вас с одним документом. Постановление революционного трибунала 3 декабря 1918 года. За попытку контрреволюционного переворота Локарта, Гренара и Рейли объявить врагами трудящихся, стоящими вне закона РСФСР, и при первом обнаружении в пределах территории России расстрелять. Можно мне это посмотреть? Пожалуйста. Ну так как же? Я отвечу на все ваши вопросы. Дайте мне бумагу, я хочу написать Дзержинскому.
Поздравляю вас, товарищ Артузов, и вас, Александр Александрович. Вот письмо Рейли. Председателю ОГПУ Дзержинскому. После происшедших у меня разговоров я выражаю согласие дать вам вполне откровенные признания и сведения по вопросам, интересующим ОГПУ относительно организации и состава великобританских разведок, и поскольку мне известно также сведения относительно американской разведки, а также лиц в русской эмиграции, с которыми мне пришлось иметь дело. Сидни Рейли. Как мы должны теперь себя вести? Несомненно, арест Рейли подорвал доверие к тресту и к вам, Александр Александрович. Это нас не может не тревожить. Трест еще нужен пока. В него верят Кутепов и Врангель. Чтобы сохранить репутацию треста, я думаю послать Пузицкого с сотрудниками на финскую границу. У деревни Алла-Кюль инсценировать перестрелку. Разыграть сцену, будто бы Рейли и его сопровождающие подошли к границе, случайно наткнулись на заставу и в завязавшейся перестрелке были убиты. Это хорошо. Это очень хорошо. Но я думаю, что трест долго просуществовать не сможет. В конце концов, они же не считают ОГПУ слепым. Столько лет у нас под носом действует мощная контрреволюционная организация, а мы что же, и в ус не дуем? Кстати, Александр Александрович, бандит, ограбивший банк, благополучно взят в Батуми. Да, да, да. Господа, необходимо что-то предпринять. Неделю назад мы получили телеграмму от Марии Владиславовны. Посылка пропала. И это все. Больше мы ничего не знаем о Рейли. Я еду в Ленинград. Попытаюсь выяснить. Вы не должны ехать. Вы более других нужны тресту. Александр Александрович, вы не должны рисковать. Поеду я. Я ему Калов. Ну, слава богу. В чем дело? Расскажите, что случилось? Это вы нам расскажете. Где Рейли? Выньте руку из кармана, господин Роткевич. И так видно, что у вас там пистолет. Вы что, собираетесь применить оружие? И применю, если понадобится. Успокойтесь, господа, успокойтесь. Гога, перестань. Господа, не теряйте головы. Мы ждем от вас разъяснений. В ночь на 29-е Рейли отправился через окно. Это абсолютно точно. Потом пришла ваша телеграмма. Больше мы ничего не знаем. Тогда плохо дело. Расскажи, Гога. В ночь на 29-е я и капитан Розенштрем подошли к границе. Ждали. И вдруг услышали крики и выстрелы. Кинулись к реке. Никого не было. Утром на той стороне появились разъезды конных пограничников. Но мы не допускали мысли, что это произошло с Рейли. Думали, что эта перестрелка произошла с контрабандистами. Теперь все ясно. Это был он. Я так измучилась. У меня неотступное чувство, что Рейли предала и убила лично я. Я была ответственна за окно. Мария Владиславовна, нам всем очень тяжело. Но вы понимаете, что никто ни в чем не виноват. Вам надо отдохнуть, голубушка. Не хочу я отдыхать. Я не могу сидеть в Финляндии в бездействии. Дайте мне работу! Хорошо, хорошо, успокойтесь. Ну что ты такая грустная, Леночка? Слушай, Зубов, ведь я тебя почти не вижу. Вот ты опять уезжаешь. Ну, какие мы с тобой муж и жена? Расписались в ЗАГСе, и все.
Живем на разных квартирах. Нет, я ж просил тебя переехать ко мне. Я же не могу, Алёша. У папы плохо с сердцем. Как я его оставлю? Ну, знаешь, Леночка, скоро, очень скоро все будет по-другому. А если тебя пошлют в какой-нибудь дальний гарнизон, я же не смогу с тобой уехать. Да нет, меня, наверное, оставят при штабе. Леночка, все. До свидания. Пора. Береги себя. Береги себя, милый. Я так беспокоюсь, когда ты уезжаешь. Напрасно. Я ж на юг еду. Я тебе фруктов привезу. До свидания. До свидания. Ну так вот. Шш. Прошли. Ну давай. Мы знали все. Я считался спецом по эсерам. Я думаю, спать пора. Вот что. Встречаемся через сутки в Симферополе в ресторане на вокзале. Знаю. Будьте любезны. Мне еще бутылочку лимонада. И если можно, котлеты пожарские. Сейчас, 7 минут. Что случилось? Дурацкая история. Я разыскивал одного человека. Какого? Был под моим началом в охранном отделении агентом. В общем, мелочь. Освещал почтово-телеграфных служащих. Кличка Анюта. Я имел сведения, что он в Крыму, здесь. У него мастерская там по починке велосипедов, примусов. На кой черт он вам понадобился? В нашем деле такой тип пригодится. Зашел к нему. Он не узнал. Я подождал. Когда остались одни, сказал: Анюта, узнаешь? Котлетки. Прошу. Спасибо. Ну и что дальше? Не тяни. А он меня молотком пустил, а я удрал. Зачем ты полез? Ты! Был же уговор. Все обсуждать вместе, а вы мне ни слова, и вот что получилось. Немедленно идите на автостанцию, берите машину и уезжайте в Ялту. Я поеду через Севастополь. Встретимся в Ялте вечером в городском саду. Ну, так ведь... Нельзя нам оставаться здесь ни часа, понимаете вы? Это Анюта, если не убьет вас, так выдаст, чтобы спасти свою шкуру. Так сразу и ехать? Немедленно. Что это, кузен, так рано? В Краснодаре провал. Взяли всю группу, кроме одной шлюхи. Она приехала и все рассказала. Спаслась тем, что ночевала у любовника. Да, скучно, в общем. Дело не только в этом. А в чем? Ну, говори, не тяни. Я ездил в Крым и на Кавказ с Зубовым. В Новороссийске я заметил, он ходит на телеграф. Получал телеграммы до востребования. Ну, от жены, наверное. То-то, что не от жены. А от кого? Мы жили в разных гостиницах. Мария Владиславовна говорит мне, чтобы я за ним присматривал. Вот я и следил. Провожал его незаметно до почты. Видел через окно, как он получил телеграмму до востребования. Прочитал и порвал на мелкие кусочки, бросил в урну. Потом ушел. Ну, я, конечно, бросился к урне. Сделал вид, что бросил бумажку, потом спохватился, будто бы нужное. Полез в урну и подобрал клочки телеграммы. Ну, не все, но, в общем, подобрал. В гостинице в номере подклеил и прочитал. Телеграмма Зубову подписана Федоров. Якушев. Он. Текст не полностью, но все-таки разобрал. Списание в ВОЗМ
смертельный исход возвращи. Угу. Мы встретились вечером, перед тем, как идти на явку. Зубов мне говорит: знаешь, мы в Краснодар не поедем, мне надо возвращаться в Москву. У жены умер отец. И мы вернулись. Прошло 5 дней, и в Краснодаре взята вся группа. Мы бы попали, как кур в ощи. Якушев, значит, знал, что ожидается провал всей группы. Откуда он мог знать? Откуда? Подожди. Действительно, откуда он мог знать? Такие операции держат в абсолютном секрете. А что если... Даже страшно подумать. Да. Пахнет гарью. Якушев дома болен, у него ангина. Зубов обещал прийти, но я сомневаюсь. Это, наверное, он. Оружие есть? Есть. Пойди, открой. Сейчас. Здравствуй. Что случилось? Ты знаешь, что арестована в Краснодаре группа? Нет. Это продолжение Ленинграда. Наверное, у них была переписка. Конспираторы, дерьмо собачье. Да. Надо сообщить Якушеву. Подожди. Что за телеграмму ты получил до востребования в Новороссийске? Тебе какое дело? Это что, допрос? Я хочу знать, что за телеграмма. Это твои штучки, кузен! Чего ты? Слежка! Черт с тобой. Телеграмма была от жены. Да? У нее отец умер. Вон что. Ну, хорошо. Завтра увидимся. Кузен, проводи. Пошли. Кузен. Тоже готов. Ну и черт с ним. Надо спешить. Надо спасать шкуру. Ну что? Что? Нечего играть молчанку. Говори. Ты сама знаешь. Что я знаю? Не я ему, а он мне нужен. Ну, там у графини что-то осталось. Ну, налей себе и мне. Так, выпьем. Нас черт с тобой одной веревочкой связал. Слушай, Гога, он будет у нас в руках. Будет делать то, что я хочу. Это настоящий, не Якушев же старая лиса. Я его сделаю руководителем треста, и не мешай мне, слышишь? Ну, слышу. Ничего хорошего не будет, если попробуешь мне мешать. Лучше пей, если тебе трудно. Я знаю одно. В случае провала мы с тобой не переживем друг друга. А если нет, ты понимаешь, что будет? Ну, когда же, когда? Я схожу с ума в этих стенах, в этой деревянной клетке. Я почти не сплю. Тише, 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 тише. Вот он, легок на помине. Гога, прошу тебя, уйди. Хорошо. Эдуард, я получила письмо от Кутепова. Он считает, что вы должны стать преемником Якушева. Мария Владиславовна, довольно дурака валять. Что? За кого вы меня принимаете? Странный вопрос. Мария, я и ты орудие Якушева, а Якушев чекист. Якушев? Да, Якушев и Потапов. А Зубов? Тоже. Но они же делали все. Были во главе. И они чекисты. Боже, что же делать? Бежать. Я все сжег. Вот шифровки бери.
бежать через финское окно, пока оно действует. Сегодня же, завтра утром мы в Ленинграде, ночью переходим границу. У нас есть ровно сутки, не больше. Бежим, идем. Руки вверх. Товарищ, значение этой операции трудно переоценить. Трест все эти годы был как бы громотводом, срывая заговоры и террористические акты белой эмиграции и контрреволюционных групп внутри страны. Я хочу особо отметить и поблагодарить товарища Якушева, Потапова и всех чекистов, принимавших участие в этой операции. Мы должны взять на себя заботу о жене и будущем сыне Алёши Зубова. Нужно также обеспечить безопасность Александра Александровича Якушева и Николая Михайловича Потапова, которым враги, несомненно, будут пытаться отомстить. Мы должны учесть, что с ликвидацией Треста Кутепов и его бандиты усилят враждебные действия против нашей страны. Я призываю вас к бдительности. Будьте всегда прежде всего сынами нашей партии, пославшей нас на ответственный и почетный участок борьбы.